конечно же, задача победить, и я думаю, что у нас достаточно сильная команда, поэтому мы приложим все усилия и будем стараться. В команде атмосфера хорошая, поэтому, да, надеюсь, что покажем хорошую игру и удастся победить. Конечно, мне сложно за кем-либо следить, потому что очень плотный график, но в новостях читаю о каких-то достижениях, поэтому в целом пытаюсь следить, но не всегда хватает времени. Не успели много пообщаться, конечно, но в целом я думаю, что это волнительно, точно так же, как и для меня было. И вообще всегда такой турнир, он достаточно эмоциональный, я бы сказала. Поэтому я думаю, что все волнуются, но в то же время для девочек, я думаю, это огромный опыт. Конечно, непросто, и все, что произошло, наверное, за последний год, это достаточно огромная работа всей команды и в целом огромный опыт тоже для меня. И на будущее постараться держать эту же планку и, конечно же, улучшать свою игру и прогрессировать во всех аспектах. И надеюсь, что получится добиться и выиграть какой-нибудь еще большой шлем. Поэтому, да, надеюсь, что все получится. Дальше по планам турнир в Штутгарте сразу лечу отсюда. И потом Рим-Мадрид, крупные турниры и большой шлем. Пусть останется тогда и в этом году секретом. Я не уверена, что удастся много чего поделать, так как достаточно мало времени здесь проведу, но в целом у меня здесь вся семья, поэтому постараюсь провести с ними побольше времени и посмотрим. Да. Много достаточно хороших игроков, и со многими очень тяжелые матчи у меня, наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко, но очень много игроков, с которыми непросто играть и хочется побеждать. Кречкова очень сильный игрок. Сейчас он с Жабёра возвращается, вот только выиграла турнир. Иго Святок, конечно же, поэтому да, соперников очень много и надо работать. Так получилось, что, мне кажется, до Вимблдона на меня просто подписался, и, как обычно, какие-то комментарии, может быть, на фотографии, сторис. И я так понимаю, он следит за теннисом. Я даже видела пару фотографий, выкладывал сам, может быть, где-то играл или пробовал. И просто пишет поздравления, удачи, так какого-то большего общения нету. Ну, тоже приятно, что человек из другого вида спорта интересуется теннисом и вот поддерживает. Надеюсь, интересные матчи. И, конечно же, постараемся принести победу.